ребята, мы в Херсонесе. Это остатки города. Очень древнего города. Погнали, погуляем. Потом, Родион, купим. Потом. В ходе есть такая... Господи, я даже что забыл. Информационная, ладно, короче, штука. Где вы можете, в общем, да, вот все. Подождите, не тыкайте. Вообще. Подожди, попросил тебя. Вот театр, в котором мы были. Как он выглядел раньше. Вот театр, вот. Театр. Вкратце вам покажу. В 3-м веке, нифига себе. Пойдемте отсюда. Разложили остатки кусочками. Ну что, остатки на чем? Зайка. Зайка, мы заморачивались, чуваки. Вот нам дальше сюда, вот так. В общем, продолжаем. Не ходить, написано было там. Это вот комната, видишь? Храм с погребнями. Храм с погребнями. Византийское что-то там. А, здесь, короче.
не особо впирают они сейчас. Согреться. Что? Хватит, Тём. Ребята, в общем, смысл один. Смотрите, вы должны... Существует здесь три маршрута. Первый маршрут, он более короткий, 1-2 часа. Второй маршрут, он подлиннее, 3-4 часа у вас уйдет на весь путь. И большой маршрут, 5-6 часов. У нас сегодня холодно, мы точно не можем уделить столько времени. Если вам нужно, обязательно пройдитесь, поэтому мы точно не пойдем, потому что еще и с детьми. Вот. А вы сходите, обязательно погуляйте по большому маршруту. Гоняй! Да, наверное. Ну вот, мы сейчас вот так доходим и пойдем. Все вот это есть в парке миниатюр, вы можете посмотреть это. Oh.
И вот если пойти вправо, вы сможете вот еще что увидеть. В общем, здесь много всего. А мы направляемся на выход. Нос, как у Деда Мороза, замерз. Пошли, нельзя трогать, Тёма. Тёмник. Тём. Родька. Вот смотрите, ребята, можно зайти в сад миниатюр, вход 50 рублей, и посмотреть все постройки, которые были в миниатюрах, которые раньше здесь существовали. Пошли, где?